Вот мы находимся на первом мостике. Вот Игнатьевич решил замерить между первым и вторым мостиком расстояние. У нас сегодня 23 июня 2018 года. Мы оба с ним в сетках, потому что очень много комаров, когда по траве идешь. Сейчас-то нету их в дороге. Небо какое интересное. Тут облака, там солнышко светит. Дальше заехал. Давай. Бумагу. 138 сажений. У вас в кармане. Ну да. 130 так. От первого до второго. Ты всегда запоминай цифру, которую я говорю. 138 сажений. Или 176 метров. Вот такая точность. Да. Почему 176-то? А? 276. Вот ты за мной смотри. 278. 276. 276. Четверть километра. А рядом, кажется. Вот тебе и рядом. Дальше. Начинаем. Раз.
два, три, четыре, вот она где-то, пломба-то стоит, 50 метров. Угу. Покажи ее. С той и другой стороны. Даже можешь здесь спуститься, показать ее, Володя. Я постою пока. Вот здесь вот, покажи там, где баллы стоят, сваи. Вода. Такая огромная здесь прорва была. Все засыпали, сейчас прямая дорога. Далеко ты есть. Смотри, не упади. Да, тут упадешь точно. Вот она, видно ее. Свои стоят. Это главный лох. Главный. Центральный лох после потопа Ноева. Во время потопа было, когда вода уходила. Здесь сколько было? 50? Да, это батарейки севшие. А? Севшие батарейки. Сели батарейки? Как же так, я не взял, ты дома лежат. Вот она. Ну все, ладно, ладно, закрой тогда его. Открывается. Да, закрой. А у меня две батарейки заряжены, я не знаю, что я не взял их. Ну ладно. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 60. И покажи, как ты насадил, они привились эти, укореняются. Ага, слава богу. Это мне брат Василий помогал тут, Черепанов, садить эти колышки. Да благословит Господь его милостями своими. Вот они расцвели, жезлы аароновые. Покажи вторую пломбу, 70. Как сделали мы, куда его выступили. Ага. Как здесь запломбировали. Нынче уже не пробило, все. Нынче вообще нигде не прорвало. А островок-то какой остался? На него ходили пешком. Вот она пломба. 71. 72. А здесь нора. Маленькая? Ну да, небольшая. 72. Видно, что с той стороны идет. Ну тут что, только ставить капкан. Это где-то здесь у него. Скорее всего, где-то здесь заход, наверное. Из-под воды. Наверное. Тут может быть прорыв. Вот поразился. 73. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Да. А теперь от рожек замерим отдельно. Второй мостик.
А разве дальше не надо продвинуть? Мостик. Ширина 80 сажений, 160 метров. Дальше и пойдем вон оттуда. Вон, тот отрожек замерим. А потом я его с тем отрожком соединю вместе, чтобы создать ту же самую ширину. Мы же не знаем ничего по этим отрожкам. Так. Я на отрожек пока замерю. Отрожек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот по отрожкам теперь 10 мы пойдем. Травок какой остался, на него пешком ходили. 40 так тяжело идти. Бобры эти, кроты вернее, нарыли. Пока идешь, говорится, лодка такая, отражение, то есть все это, чтобы не скучно было смотреть. 70. Никогда столько не было воды от рожки. О, какая красота. Это птички чирикают вон она.
Тут муравейники. У них своя монастырская жизнь. Вон она, где деревня наша. Вон мой дом родной. Здесь 80 метров. Курышки. Ну что, пошли. Потом мы там узнаем, сколько отрожек. Соединим вместе, три отрожка. И положим. А общая ширина длинная будет. Такой создать ширины, как там. А ширину отрожка-то не будете мерить? А? Ширину отрожка. А я на глаз определим. Нам надо в ту сторону. Тут до нет дошли. Вот этот отрожек один, там канал второй, а там дальше третий. И все вместе соединить. Длина-то и получится ширина, какая в озере. Ну это, конечно, довольно условно. Смотри, сколько Богородской трассы тут. Поле. Это чебрец. Богородская травка. Она очень полезна. И на чай, и куда угодно. Из нее подушечки делает покойником под голову. И тут смотри, ягодика сколько. Вот не пошли, мы не знали. Ну да, вот клубничка. Вот она миленькая, дождей просит. Ну все на этом ты. Выключай. А, нет. Пойдем дальше. Конечно. Вот сколько мы обнаружили. Здесь он работал. Здесь целое поле. Плантация была. Колодки, а ее копать надо, он ее вырыл, она на поверхности. Я насобирал там не знаю сколько мешков. Ну мы почти все раздали. Продавали, а это море колодки. Клубничка. В тибетской медицине больше 3000 лет, кажется, назад еще употребляли. Его добавляют к любому лекарству, которое горькое не нравится. Он в 6 раз слаще сахара. В 6 раз. Вот мы сейчас как раз идем. Это вот в прошлом году он тут вот здесь в угол. Вот когда-то тут работали бульдозеры. Вот эти, вот это же вот. Это старинные. Мы ничего нового не взяли. А он только между ними выбрал это. Вот она пробивается, корень колодки. Вот он. Вода текла тут. Вот она, корень колодки. Были бульдозеристы, и каждый год каждый хороший, а еще пришлют еще лучше. Ни один не матерился, делает что скажешь. Мы платили тайм им, как говорят, из рук в руки, все под запись. А другие говорят, у нас, говорит, сделаешь работу, говорит, целый год ходишь, ждешь. Но они-то эти такие же, говорит, мы делаем, говорит, получить не можем. Вот она, солодка.
Вот она, это корень солодки, которая оборвала. А корень остался. Вот этот лог, я не знаю, какое название его было. Видимо, никакого. Второй мостик. А там он дальше, поперечный, Андрей Яшин. Кто он, Андрей Яшин, 200 лет назад Потеряевка была? Ну, где-то около этого срока он был. Там у него какая-то была заимка. То есть деревня здесь, а там домик ставят, и то все лето там находятся. А зимой там корней сохранять-то нечего было. Вот корень солодки, все. Абсолютно вся поверхность покрыта. И положил в мешочек. День протаскал, он работает нормально. Узнать, разрядились, нет в телефоне, в этом фотоаппарате. Не знаю, я взял его, вчера выложил, а сегодня потребовалось. И так интересно. Вот куда пробило, гляди. Но это немного, это сгорит текло. А вот это что означает? Геннадий Иванович? Вот. Вот в виде дорожки. То ли может чья-то нора там подходит. Так душно уже. О, какая красота смотрится. Эти кустарники все были на суше, рядом с водой. Сейчас они уже в воде все. Зелень как бросилась. Смотри, как плотно пошло. Это первый год. Ага. Наступает. Снизу вверх. Свои боевые полки поднимаются. Кто выше, кто ниже. Эти уже все вылезли. Все делается по слову Господню. Господь один одна сказал, один раз сказал. Все и пошло сразу. Вот эти погадки птичьи. Сидели, видимо, здесь оправлялись. Кустарник мощный. Птички поют, радует слух. Ноги немножко охладить. Тоже на солнце перегреваются. Птички поют, как будто соревнования у них. Кто кого перепоет покрасивее. Сколько травы разной.
Там вдалеке кустарник, вон он виднеется. И с правой стороны от него вода идет. Вот там с правой стороны я всегда гонял коров, когда пас. Там было сухо. Камыш только был. Сейчас там вода стоит во все. Ох, какая трава тут. Я не помню, что была такая трава густая. Обычно немножко она же тут пожухла, потому что на бугре. Вот, выгорала. А тут можно спокойно пасти скотину не один день. Будет наедаться. Тоже клубничка есть. Клубничные места. Я вот сам на Урале жил. В сосновом лесу. У нас там в основном земляника, черника. Больше всего мне нравилась, конечно, черника. Да и земляника тоже. С молочком, с сахаром. Вкусная очень. А клубника у нас только она тоже где-нибудь так вот на буграх росла. Но ее было немного. Здесь вот клубника только. Как я тут недавно смотрел ролик, как в Финляндии приезжают русские с Украины, нанимаются там, собирают чернику в лесу. Очень интересно, там один блок ведет мужчина. Как собирает клубнику домашнюю, которая вот сколько стоит. Ладно, расценки разные, говорит. За клубнику, говорит, там у них целые гряды насажены. Вот. За то, что собрал, 40% тому человеку, кто тебя нанял, взимается, чье поле это. Сейчас, говорит, поменьше в этом году, говорит, было, в 2017. Налог поменьше сделали. А в Чернике там налогов никаких нету. Сколько собрал, столько и продал. Эту клубнику у них там. Вот, Виктория по-нашему, домашняя. В Финляндии они где-то 1 евро стоит 1 килограмм насобирать. Я в лес ходил с бабушкой с 4 лет. Она меня постоянно водила. Ну, конечно, комары были и слезы. Первая моя норма была это стакан граненый насобирать. А остальные все ягоды мои. То есть моя норма. А потом уже стал повзрослее, так побольше стал собирать уже. Потом первый велосипед себе купил, ягоды насобирал себе, ходил. Основная, конечно, у нас там черника. Ее много у нас там. О, тут все было сухо. Сейчас вода стоит вовсю. Как река настоящая. Он идет на второй мостик. Ой, на второй, вернее, на Рыжковский. Ой, опять же спутал. Наш шлюз идет. Вот тоже сказанёж. Вот она водичка. Начнут записывать. Еще он видно, что еще трава сохраняется. То есть еще 320 метров. Сейчас я замерю вот этот ложок. 320 метров. А потом мы с той стороны на тот пройдем еще. Ну, вот одна, а там вторая, третья. Четвертая. Thank you.
красота. Коршун ищет себе добычу, летает. Ребятишек своих кормить надо. Как говорит один пророк Ездр, говорит: «О, Адам, что ты сделал, что грехопадение совершилось, что все мы умираем сейчас». То есть смотришь, переполнено жестокостью, убийствами, друг друга поедают животные, убивают. Все из-за того, что человек согрешил. Здесь уже прибивают к берегу. Я спрашивал зимой, сколько, никто не мог ответить. Да. До шлюза. Все 70 метров. Ну вот мы заделали. Сейчас вода уже так не идет. Теперь надо тот отрожек пройти померить хотя бы один раз. Так, вот это вот палка лежит, ее надо спрятать. Спрятать на том стороне. А, где мои 16 лет? Так, мне съемку-то продолжать? А? Съемку продолжать? Ну, можешь оторвать, а то нам не хватит. Все, заглохло тут. Еще 30 сантиметров упадет. Вот это да. Ого, упарился я. Тут 30 сантиметров мы вчера сделали. Вот видишь какой? Камни высыпали, чтобы вода падала на камень. Еще на 30 сантиметров поднимется, а глубина около 4 метров. Так что рыба будет. Пошли. Пошли.